Так, друзья, всем привет, меня зовут Тарас. Я решил сделать небольшой обзор на новый мини-арбалет-пистолет. Называется Mindhunter Mamba. Это новая модификация, недавно появилась в России. Значит, абсолютно примечательная модель. Значит, дело в том, что во время самоизоляции я дома обустроил маленький тир и очень прям так плотненько пару месяцев пострелял из обыкновенного классического пойланговского скаута. Вот, прям большой опыт приобрел даже в этом. И тут вот в руки попала Mamba, вот эта новая, которая недавно была анонсирована. Вот, и, значит, изначально я его видел на, в видеообзорах и на фотографиях. Вообще арбалет мне казался таким очень массивным, он мне казался размерами больше скаута, намного, прям раза в полтора как минимум. Но если мы вот так вот их сравним, то мы видим, что по габаритам это практически одинаковые арбалеты пистолета. Вот, и хотелось бы уточнить по поводу веса, что вот у нас тут старый безмен ржавый оказался. Значит, вот у нас здесь где-то на нуле. Сейчас вот мы его взвесим. Ну, понятно, что будет большая погрешность, все-таки техника старая, но мы видим, что это где-то килограмм примерно. То есть арбалет вполне комфортно лежит в одной руке, можно стрелять с одной руки. Вот, что я сейчас и попробую сделать. Но еще с кратким описанием. Значит, у нас удобная рукоять, можно стрелять с двух рук, с разных позиций. Да, сейчас, к сожалению, у нас не нашлось под рукой свободного прицела, чтобы его накрутить, поэтому придется стрелять немножко наобум. Но и, как видите, расстояние тоже не слишком большое, всего 10 метров. Вот, даже 5, наверное. Поэтому сейчас как получится. Вот, значит, заряжается он у нас с ноги, но можно, наверное, его, я думаю, что можно и так его попробовать зарядить. Зарядка происходит обыкновенным способом. У нас автоматически срабатывает предохранитель, так же, как и у скаута. Значит, берем мейнхантеровские дротики специальные, вставляем. Нажимаем на предохранитель, все, можно стрелять. Значит. Ага. Что могу сказать? Могу сказать, что разница со скаутом очень большая. Ну, во-первых, явно этот арбалет намного мощнее, я думаю, минимум раз в 2,5. Я не помню сейчас на память, какая сила плеч у скаута. Но здесь заявлено, насколько я помню, 45 килограмм у этого арбалета. То есть получается, что несмотря на скромные габариты арбалета-пистолета, то есть в принципе его можно сравнивать по мощности со вполне полноценными арбалетами каких-то других производителей. Вот, это большой плюс. Сейчас попробую с двух рук выстрелить. Очень плавный, приятный, очень вкусный такой спуск. Прям стреляет он очень классно. То есть не, это не дешевая игрушка вроде скаута, конечно же. Это более продвинутая модель. И, ну, понятно, что это уже новое слово в мире арбалетов-пистолетов. То есть сейчас вот эти все маленькие манкунги, пойланговские скауты с появлением таких новых моделей уже уйдут в прошлое. Но нужен сюда, конечно, какой-то прицел. Мы еще будем работать с этим мини-арбалетом. Будем много всего измерять, изучать. То есть измерим скорость, измерим всякие разные коэффициенты полезные. Очень классно стреляет, очень прикольный. Не знаю, мне удобно вообще с одной руки. То есть мне даже вот абсолютно не нужно прикладывать много усилий, чтобы из него стрелять. Он удобный. Он заряжается и натягивается намного быстрее и комфортнее, чем скаут даже.
и спуск очень легкий и приятный. Вот, ну, что еще остается добавить? Остается добавить, что, наверное, сначала появится мини-арбалета в продаже именно вот такой модификации. Естественно, здесь производитель, то есть Manhunter, обещает все это улучшить. Например, здесь, ну, явно напрашивается более красивая деревянная ручка какая-то приятная, да. И я так думаю, что по аналогии с арбалетом Manhunter Doom, здесь точно так же, наверное, можно и плечи сюда вставить, ну, тоже, собственно говоря, потолще и посильнее, то есть вообще убойный сделать инструмент. И, наверное, для этого даже не придется сам мини-арбалет менять, просто только плечи можно будет посильнее сделать и изменить. Вот. Но надо измерять его дальность стрельбы при помощи прицела, когда мы все это сделаем. Силу, мощности будем сравнивать с другими арбалетами, с полноценными арбалетами. Потом дальше еще новые модели мини-арбалетов появятся скоро у нас на обзорах. В общем, вот такая история. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока!